Сегодня в супермаркете «Фора» я купил сырок глазурованный с наполнителем вишня. Торговая марка «Дольче». «Лактел». «Лактел Дольче». Масло ворчковое, стабилизатор, напомню, вишня, сделано в Украине. Стоит около 10 гривен, это 30 центов. Это по акции, так он дороже. Открываем. Ну, какой он. Так, разрезаем. Ну что, запах идеальный. Капитально. Ну что ж, будем есть.